that you're still from the Ohio. I'm shaking hands. Good luck. Владислав Новицкий, качество рефери этого главного события вечера, обслуживает поединок. И Гугеле является левшой, в правосторонней стойке он работает, и правша. Газават Сулейманов. Лоу-кик от Газавата. С правой ноги под внутреннюю часть бедра. Действует право точно, боковой пришелся по цели. Меняет стойку Газават. Красивейший нокаут, это что-то с чем-то. Вот это да, вот это нокаут. Потрясающе. Я думаю, что многие увидели вообще единоборство. В целом будут в последующем еще не раз смаковать этот невероятный нокаут. Spinning back elbow. Да, с вращением разворота. Удар локтем. Точно. Готовить соперника к нанесению этого удара. Это, конечно, редко удается запустить этот удар точно по цели. Spinning back elbow. Очень красиво. Джамал Касумов в октагоне. Мой друг, старый добрый друг, с кем мы были в одной сборной команде России. Выиграли чемпионат мира и чемпионат Европы вместе в команде. Referee Stanislav Anisky calls it stop to the action at first minute, 8 seconds in round number 1. And your winner by knockout. The first round of 1:08 KO is Gazava этой потрясающей победой. Я уверен, что еще многие будут пересматривать этот эпизод и этот великолепный нокаут Газавата Сулейманова. И вот этот пояс чемпиона Rebel FC весовой дивизион 70 килограммов. Джамал Касумов его одел на право обладателя.